Меня зовут Дина, я из города Киева. В общем-то, самое замечательное, я попала в космос, космические, феерические впечатления просто, просто невозможно. Я не могу сказать, я не могу описать, это что-то, что-то, сказка, сказка вообще, такое наполнение. Волнение, наполнение. Ну, в общем, самое прекрасное, самое замечательное впечатление. Как можно больше таких работ, чтобы люди приходили на эти выставки, чтобы смотрели эти картины. Так волнуюсь, не могу, просто волнуюсь, переполнена. В общем, очень замечательно. Я не знаю, вот ничего подобного в жизни я не видела. Красивее ничего не видела. На самом деле. Очень красиво.